Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками Айвен Олбрайт. Американский художник. Айвен и его брат-близнец Малвин родились близ Чикаго. Его отец был пейзажистом и происходил из семьи оружейников. Братья были неразлучны в детстве и значительной части юности. Оба брата поступили в Чикагский художественный институт. Бросив монетку, они решили, что Айвен будет заниматься живописью, а Малвин – скульптурой. Айвен особенно восхищался Эль Греко, Рембрандтом, но быстро развил собственный стиль. Я цитирую Википедию. Его отец переехал вместе с женой и сыновьями в Иллинойс в 1924 году. Айвен занимался в Северо-Западном университете. В Первую мировую войну он делал медицинские рисунки в госпитале в Нанте во Франции. Ненормальная работа, которая, возможно, повлияла на его будущий стиль. После короткой работы в области архитектуры и рекламы, которая оттолкнула его своей коммерческой стороной, он серьезно занялся Жил в Филадельфии, затем опять вернулся в Иллинойс, где достиг существенного успеха после первой выставки в 1930 году. Кружевные занавески или расщепленные деревья воссоздавались с использованием кисти толщиной в один волос. Затраченные усилия уливались в то, что он не хотел расставаться с картинами и запрашивал за них 30-60 раз больше, чем другие художники. В результате продажи были очень редкими. Он полагался на поддержку отца, иногда подрабатывая столярными работами. Его ранняя картина «Монтёр» была награждена премией и помещена на обложку коммерческого журнала «Электрический свет и сила». Но в дальнейшем редакторы дистанцировались от его работ. Олбрайт сосредотачивался на нескольких темах. В большинстве своих работ это смерть, жизнь, материя, дух, эффекты времени. Он не давал названия своим работам, пока не заканчивал их. Времени нет, нет конца ни сегодня, ни вчера, ни завтра, только вечность. Вечность и вечность без конца. Одна из самых известных его работ, над которой он работал 10 лет, называлась «То, что мне следовало сделать, я не сделал» или «Дверь». Она получила главный приз на трех больших выставках в Нью-Йорке, Чикаго и Филадельфии в 1941 году. Приз в музее «Метрополитен» принес ему $3500 и место в постоянной экспозиции, но он не желает расставаться с картиной меньше, чем за $125,000. Поэтому Олбрайт предпочел медаль, что позволило ему хранить картину. В 1943 году он был выбран для создания картины для фильма Альберта Левина по роману Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». Его реалистичное, но гиперболизированное изображение и угасание личности сделало его весьма подходящим для такого проекта. Айвен был плодотворным художником, всю жизнь работал. Работал не только как живописец, но и как печатник и гравер. Изготавливал свои собственные краски и уголь и вырезал свои собственные замысловатые рамы. Он был приверженец мелочей и создавал разные замысловатые приспособления для начала работы. Был настолько зациклен на освещении, что выкрасил свою студию в черный цвет и носил черную одежду, чтобы исключить потенциальные блики. Последнюю часть своей жизни Пол Брайт прожил в Вудстоке, в штате Вермонт. Он сделал больше 20 автопортретов последние 3 года, даже на смертном ложе, написав последний после инфаркта. Умер в 1983 году в возрасте 86 лет. В столетие со дня рождения художника художественная школа Чикаго открыла большую выставку и работу. Коллекция архивных материалов об Айвене Олбрайте находится в библиотеке Чикагского художественного института и содержит фотографии, наброски, записные книжки, фильмы и другие материалы о его жизни и карьере. Вот так немножко вкратце о американском художнике Айвене Олбрайте. Все, всем пока, всем привет, до свидания, смотрим работы.